В общем, я еще вспомнил один момент. Они поинтересовались, говорят, машина Prius? Я говорю, да, Prius. Они говорят, ну и как тебе тачка вообще, говорит, как на дороге, как ведет себя? Они говорят, у нас это очень редкая машина, говорит, и если ее покупать, то на заказ. Вот. Я говорю, 50 MPG по трассе, они говорят, о, чувак, это просто бомба, говорит, это просто бомба. Я говорю, ну да, говорю, просто за $150, говорю, сюда доехал. Короче, все в шоке. Вот, погодка, короче, ну, что-то не очень, 64 по Фаренгейту, градусов 12, но здесь влажный, нет, даже не 12, где-то, ну, 18, наверное, холодно. Холодно во Флориде. Говорят, ну, как в LA, нифига не как в LA. В LA бы сейчас вообще там, ну, красотища была бы. Сейчас будем спускаться южнее, ехать 9 часов. Будем ехать по рекомендации мистеров-офицеров. Вот, по логбуку. 6 часов едешь, час спишь, дальше едешь опять. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bananza. Shake your body like a belly dancer. Ну что, ребята, Майами. Деревня, вообще просто деревня. Я себе Майами представлял по-другому. Вот, это район Голливуд здесь у нас находится. Здесь большое скопление русскоязычного населения. Вот, ну, в принципе, как бы чисто, классно, круто. Вот, но что-то, не знаю. Погода здесь вообще просто жесткая. Агрессивно, очень солнце, я уже сгорел, лицо у меня сгорело. Приехал вчера. Я такой свеженький, видите, побрился. Приехал вчера в этот, в Орландо. Вот, в Орландо там просто какой-то, ну... Я остановился, получается, ну, не в даунтауне. Даунтаун там классный, красивый, вообще супер, вообще очень классный. Вот, а окраины там просто бомжи, люди ходят, орут. Я не знаю, что там происходит, думаю, капец, думаю, как там вообще, ну... Как Комптон какой-то, я думаю, приехал просто в гетто. Вот, и думаю, нафиг, короче, не стал там останавливаться. Я ехал где-то 3 часа, наверное, до Майами. Ну, райончик такой себе здесь вообще просто. Я вот говорю, вот иду. Доставки мертвые вообще просто. Я включался здесь, цены просто копеечные. Там по $3, по $4. Я общался с людьми, вот. И они говорят, что, ну, на доставках здесь вообще никто не работает. Ну, мало кто вообще выживает. Это просто как подработка. Вот, поэтому я не знаю, что делать. Наверное, буду искать другую работу какую-нибудь. Вот, но пока я сейчас еду встречаться с друзьями. Посмотрю, что они вообще расскажут, покажут, как чего. Надо автошколы позвонить, сидельные все. Если там места что-нибудь освободилось, не освободилось. Если нет, то нахер, короче, вообще. Не знаю, что делать тогда. Я думаю, вообще поеду в Филадельфию путешествовать. По ценам я бы не сказал, что Майами прям дешевле. То есть сейчас я смотрю, как бы одни и те же цены на жилье. Масло я даже поменял. Мне сейчас масло вышло заменить дороже, чем в Лос-Анджелесе. Вот. И говорят, что LA Майами дешевле, чем Лос-Анджелес. Ни хрена подобного. Вот. По купону я меняю в Лос-Анджелесе за $50. Здесь у меня по купону $72. Вот. А с чего бы? Вот, а сетка одна и та же, все одно и то же. Видите, здесь масло дороже, в LA дороже фитнес-залы. Все друг друга как-то вытягивают. Вот, но зато масло поменял-то, господи. Теперь машину просто можно опять куда-нибудь рвануть на другой конец света. Вот, пока я в сомнениях, честно скажу, что, ну, что-то как-то не заходит Майами. Потому что, вот, посмотрите просто вот на это. Одни копченые парни. Одни черные парни. Я был сегодня в фитнесе, и просто их столько людей там было. Я вообще охренел. Я думал, я единственный там снежок был. Это район Голливуд. То есть, ну, вот сейчас вот, не знаю, ну, где-то в минутах 10, наверное, от этого океана, если пройтись пешком. Если на машине, там вообще минут 3, наверное. Вот, у каждого дома стоит лодка. Домики все маленькие. Выглядят, как будто они однобедрумные, двухбедрумные, там, не знаю. Вот, и мне сказали, что в основном их снимают там на 3-4 семьи и живут в комнате там по 3-4 человека. Так что кошмар, кошмар. Не знаю, там, не знаю. Даже этот был, как его, Санта-Барбара покруче, чем вот эта вот хрень. В общем, новости неубедительные. Я сейчас общался с людьми, которые сдают на CDL во Флориде.
Вот, заехал в одну автошколу, там, получается, чувак, ну, ровно, вот, вчера сдал на CDL. Я говорю, сколько заняло по времени на все это? Он сказал, что времени у него заняло это все 4 месяца. Вот, во Флориде, короче, он говорит, вообще я не рекомендую сдавать. Вот, потому что, говорит, ну, большая очередность, очень много людей. Вот, во-вторых, говорит, типа, нету записи в DMV, говорит, да, они там приходят к вам. Вот, но они приходят к тебе, там, когда ты записываешься в автошколу, вот, и потом как-то с тобой уже там сотрудничают, работают и, ну, сдаешь экзамены. Вот, а он говорит, чтобы записаться, там целый квест надо, вот, в общем, как бы он говорит, я, как бы, ну, теорию сдал, перед trip inspection сдал, один раз завалил вождение и ждал пересдачи месяц. Цены на жилье, я сейчас смотрю, то есть, как бы, ну, в Лос-Анджелесе дешевле намного, вот, причем, как бы, дом двухбедрумный, да, там предлагают снимать на семью 3300. Это космос, какие 3300, причем там, я не знаю, там комнаты малюсенькие, комнатухи, просто ужасно. Я говорю, ну, тут просто вообще ужас. Причем, как бы, студии ванбедрумные по 2-2.5, а заработок здесь намного ниже. Вот, я включался здесь, пробовал, думал, ну, хотя бы доставками, может быть, перебьюсь, вот, но нет. Доставки вообще мертвые, просто, ну, ужас, короче. Я сейчас буду смотреть Facebook, буду искать себе какие-то работы на предложение. Вот, я там подал заявку на автошколу, но они сказали, не ближе конца марта. Вот, в итоге я просто думаю, ну, офигенно. Не знаю, что делать. Вот, скорее всего, прыгну на какой-нибудь бокс-трак, либо на пикап-трак. Как бы мне не хотелось, но это будет, наверное, закрытый пикап-трак, вот, на 2 машины. Так еще более-менее окей, ладно, я там как-то справлюсь. Ужас, короче, ужас, товарищи. Вы все рветесь в Америку, видите, вот они, как бы, ну, непростые какие ситуации. Жесткие, причем, как бы, ну, реально жесткие. То есть, как бы, мне врать смысла нету, как бы, ну, кто успел там, да, там будете тыкать какими-то людьми, там, вот, он сдал за неделю, за 2. Сейчас нету такого времени, понимаете? Сейчас вообще люди жесткие какие-то, ну, жестко вообще. Очередность таких вообще никогда не было. То есть, как бы, ну, приходили, сдавали, платили, и все. И все пытаются вот до 7 февраля, как бы, ну, отучиться. Все это 2 февраля. Вот, осталось 5 дней до приема новых правил, но еще никто не знает, будут ли правила эти приняты или не будут приняты. То есть, как бы, ждем 7 февраля, как бы, может быть, сказали, что после 7 февраля будет полегче сдать на это все. Поэтому ждем, что я могу сказать. А пока ищем работу на не знаю, на просто работу ищем, короче. Вот такие дела. Интересный маршрут. Ехать мне 3 дня примерно. 3 дня, и я думаю, что это пипец вообще. Ну, прикольно, прикольно. Покатаемся. Так что буду держать вас в курсе. Вот видите, какие бывают разочарования, когда вот едешь просто, когда тебе по ушам вот так вот ездят, несут какую-то чушь, какую-то херню вообще абсолютную. Вот, и когда ты, как бы, ну, как обычно, все красиво, да, когда ты приезжаешь устраиваться, вот я как который раз убеждаюсь, что в русскую компанию вообще нахер не надо суваться, вообще не надо лезть, особенно вот в такие какие-то уродские, это вообще, это трэш, вот, ну, компанию надо тоже как бы свою найти, я думал, сейчас убью 2 зайцев, то есть, как бы, найду компанию, найду автошколу, а у них, если ты у нас не работаешь, ты пришел с улицы, короче, 5000 обучения стоит. Если ты учишься и потом работаешь, 2500. И 2500 тебе возвращается. Вот. Я сказал, что как бы 5000 я не готов сейчас заплатить, потому что это овер до хера. Как бы это жилье, ну, то есть, как бы там, ну, все-все-все выходит. Я посчитал, что это примерно где-то, ну, больше 7000 выходит. То есть мне легче съездить во Флориду и сдать это все там, потому что у меня есть LPD, пермит, у меня есть 180 дней, я сдаю по старым правилам, вот, поэтому, как бы, пофигу, вообще, я, как бы, ну, сдам по-любому, я думаю, что до марта месяца я уложусь, вот, так что следите, не переключайтесь, до новых встреч.
весь маршрут я запишу. Вот, все покажу, расскажу, буду держать в курсе. Вот. Так что первый блин комом. Вот. Я никуда не спешу, как бы у меня все есть. Есть деньги, все заплачено, машина есть, все есть, как бы все в собственности, поэтому просто как бы, ну, путешествую. Я считаю, что это, ну, реально как бы горький опыт. Вот, поэтому так вот, что. Ну, слава богу, что я туда не влез, как бы, мне похер. Пожелайте мне удачи в бою. Я взрываюсь за всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас ставил. Я взрываюсь за всех тех, кто на спальном.